недельная глава «Ахараймот к души». О чем же идет речь в этих двух главах? Глава «Ахараймот», она говорит об особенном служении в Йом-Кипур. То, как должен Аарон, а после него все первосвященники вести службу, чтобы очистить еврейский народ от всех грехов. А в главе «К душим» приводится множество заповедей, как еврейский народ должен подняться на эту ступень. И написано так у Рамбама, что служение первосвященника, когда он бросал жребий, и одного козла резали и крапили в самое святое место, Кодыш и Кодашим, а второй отправлялся в пустыню с человеком, и он должен был сбросить его со скалы Азазель. И сказано, что этот козел отпущения, он очищал весь еврейский народ от всех грехов. И когда этот человек сбрасывал козла отпущения со скалы, и по дороге дробились все его кости, в этот момент в храме в Иерушалайме красная нить белела. И это был знак для всего народа Израиля, что с неба прощены наши грехи. Поэтому мы пришли в это пустынное место, чтобы поскорее это было, чтобы опять была служба в храме, и чтобы в это пустынное место отводили этого козла отпущения. И пишет Рамбам, сейчас у нас нету храма и нету козла отпущения. Как же мы можем очиститься в этот святой день в Йом-Кипур? Только раскаянием, когда каждый из нас раскаивается перед Творцом. Это главное служение Йом-Кипур. И следующая глава «К душим». «К душим киюки кадош они ашем локейхем». «Будьте святы, потому что я свят, Бог ваш всесильный». Но что это такое? Как это быть святым? И объясняет Раши, в любом месте, где ты видишь, что человек отодвигается от разврата, это называется, что он отделяет себя от материальности, от следования за своими сердечными помыслами и поднимается в службе Творцу. Возражает ему и спорит с ним Рамбан, «К душим тию, даже то, что вам разрешено, отделитесь от этого». И главная строка в этой главе «К душим», которую цитируют во всем мире, но не знают, что она значит. «Не мсти и не храни злобы на сынов твоего народа и люби ближнего твоего, как самого себя. Я Бог». Никто не знает, как любить ближнего своего, как самого себя. Говорит Рамбан, но ведь это преувеличение. Не может сердце человека приказать себе любить своего товарища, как самого себя. Тора повелевает, чтоб ты делал для него все самое хорошее, как ты делаешь для себя. Любить – это значит делать. И объясняет это Рав Элияу Деслер, что деятельное добро, оно пробуждает любовь. Почему родители любят больного ребенка больше, чем здорового? Они вложили в него больше бессонных ночей. Если человек желает для другого, чтобы у него было такое же богатство, такая же хорошая жена, дети, но в Торе, чтобы он был чуть меньше меня, это называется не любить его. Я должен желать ему именно того, что я хочу для себя. И приводит Талмуд пример. Один нееврей пришел к Гилелю и сказал ему, «Обучи меня всей вашей Торе, пока я буду стоять на одной ноге».
что можно успеть сказать за эти пару минут? И сказал ему Елель: то, что ненавистно тебе, не делай другому. В этом вся Тора. При словах «этот человек святой», что мы представляем? Какого-то старика с белой бородой, который только изучает Тору и постижением тайн Торы и Кабалы. Часто мы смотрим только на внешнюю сторону вещей и не видим сути. Я хочу рассказать вам историю, которую я слышал от рав Мойше Бойера. Он был еще молодым человеком, и глава его ишивы попросил встретить в аэропорту и отвезти в какой-то кибуц одного американского раввина. И в аэропорту он встретил его и повез в кибуц, который находился на южной границе Израиля. И этот раввин сказал ему: оставайся в машине, не нужно тебе заходить в этот дом, это дом не кошерный, это кибуц, это мои родственники. И через какое-то время вышел хозяин дома, пожилой человек, и сказал: мне очень неудобно, чтобы ты сидел в машине, зайди в дом. И он зашел. И он услышал, как этот молодой американский раввин говорит своему дяде: как ты можешь здесь жить? Здесь же нет ни субботы, ни праздников. А наши деды были великими еврейскими мудрецами. И чтобы сгладить как-то атмосферу, он чужой человек, он спросил у хозяина дома: вы живете на границе Израиля, вы держите как бы оборону. И хозяин дома взглянул на него, улыбнулся, а потом он вышел в другую комнату и принес книги, 6 разделов Мишнайот. Они были настолько зачитаны, уже не было корешков. И он сел и начал рассказывать этому водителю и заодно своему молодому родственнику из Америки. Мне было лет 15-16, когда в Польшу вошли немцы. Весь наш класс, это ишива Ктана, забрали в лагеря. И когда забирали одного из нас, мы всю ночь учили наизусть, повторяли Мишнайот. И вот забирали одного за другим, одного за другим. И вот остался я и мой друг. И забрали его. А через несколько месяцев нас освободили из лагеря. Я взял на себя учить Мишнайот за всех моих друзей, которые ушли в небо. И каждый месяц я завершаю 6 разделов Мишнайот для подъема их души. Что значит и полюби другого, как самого себя? Что ты хочешь для себя? Чтоб тебя любили, чтоб тебя уважали. И это действие, которое делает каждый из нас по отношению к другому еврею. Это действенная любовь. И этому человек учится всю жизнь. И в этом смысл: святыми будьте, потому что я свят. Так говорит Творец.